Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 1 на странице 6 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Вычислительная машина. Какому-то числу прибавили 2 и получили 7, это 5. Потому что 5 плюс 2 равно 7. 7 минус 3 равно 4. 4 плюс 12 равно 16. И 16 минус 1 равно 15. Какому-то числу прибавили 4, получили 15. 15 минус 4 получается 11. С какого-то числа вычли 2 и получили 11. 11 плюс 2 равно 13. Теперь к 15 прибавим 3, получается 18. И 18 минус 12 равно 6. Какому-то числу прибавили 14 и получили 19. 19 минус 14 равно 5. 5 плюс 14 равно 19, 19 минус 5 равно 14, 14 минус 6 равно 8, и 8 плюс 6, 8 равно 16. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.